Если вы не платите налоги, тогда они идут к вам. В Чувашии к злостным должникам теперь выезжает специальная межведомственная комиссия. 437 тысяч рублей. Столько задолжал в налоговую службу Маргаушского района по страховым взносам руководитель одной из газет и параллельно индивидуальный предприниматель. Эдуард Мочалов в определенных кругах личность известная. Позиционирует себя как борец с коррупцией, посвящая этой теме многие номера своей газеты. Но вот с личной ответственностью у него не все в порядке. На принудительном исполнении в Маргаушском районном отделе судебных приставов находится сводное исполнительное производство в отношении Мочалова Эдуарда Валерьевича. В рамках сводного исполнительного производства судебным приставам направлены запросы в регистрирующие органы, проведена проверка имущественного положения должника. Однако указанные мероприятия к положительным результатам не привели. Судебным приставам-исполнителям Мочалов неоднократно привлекался к административной ответственности, но указанные меры также не повлияли на то, чтобы должник исполнил решение суда. В последующем в отношении Мочалова было возможно уголовное дело по статье 315 Уголовного кодекса. В настоящее время проводится соответствующая проверка Следственным комитетом. После предъявления должнику обвинительного акта материалы уголовного дела будут направлены в суд. Зайти в редакцию членам межведомственной комиссии не удалось. Говорить с должником пришлось прямо у прилавка магазина, через который и лежал путь в помещение редакции. Мы вам официально вас приглашали 3 раза на работу комиссии. И что дальше? И вы не явились, поэтому мы решили сегодня к вам прийти. После объяснений с участниками выездного рейда должник обязался внести нужную сумму до середины марта. Что ему мешало это сделать вовремя, непонятно. Ведь как предприниматель он должен был в первую очередь соблюдать букву закона. А как редактор газеты Эдуард Мочалов не раз писал о неотвратимости наказания за нарушение. Некоторые, которые индивидуальные предприниматели, некоторые юридические лица, которые мы приглашаем на комиссию, не являются, поэтому сейчас в этом году начали уже, сегодня первый день, межведомственную комиссию уже проводить выездные. Нарушая налоговую дисциплину, индивидуальные предприниматели не могут не знать, что по их вине районные бюджеты недополучают средства, которые можно было бы направить на развитие муниципалитета, к примеру, строительство местных дорог.